Всем привет! Целый год мы ждали это событие. Бодрое танковое рубилово в мировом масштабе. 28 ноября, уже в этот четверг, стартует World Cyber Games 2013. И пока вы смотрите киберспорт, 16 лучших команд со всего мира заселяются в гостиницы. Бои, между прочим, ожидаются не менее острыми, чем местные китайские блюда. А для вас мы приготовили свежие трансляции каждый день. Следите за новостями на нашем сайте. А теперь новости одной строкой. Завершилась онлайн-часть третьего сезона Европейской лиги Wargaming. Первые места Dignitas, вторыми Virtus.pro. В общем, обошлось без сюрпризов. А вот российская Golden League приостановила соревнования, пока не закончится War Cyber Games. Очередной тур стартует 6 декабря. В Ростове-на-Дону совсем скоро наступит время танков. За призовые места в турнире будут бороться 4 лучшие команды по результатам онлайн-отбора. Турнир пройдет 8 декабря. Virtus.pro опубликовали сразу два любопытных материала. В первом рассказывается про знаменитый AMX 1390 с комментариями профессиональных игроков. Во втором Алексей Кузнецов, руководитель отдела киберспорта компании Wargaming, отвечает на вопросы о турнирах, о формате 7.42 и о том, что интересного нас ждет в будущем. Ссылки в описании. На этом все. Впереди Китай и много интересного. Увидимся через 2 недели. Пока!